В Вестнике глава побывал 3 июля. Вместе с местной жительницей Натальей Дудкиной Юрий Поляков зашел в амбулаторию и почту и поручил отремонтировать помещение и фасад старого здания. Работы на объекте уже начались. Значит, там будет ремонт крыльца входной группы, ремонт фасадной части, ремонт коридора и кабинета врача, и детский кабинет тоже будет производиться ремонт, уже сейчас делается. Входные двери также будут новые стоять. Там и стеклопакеты тоже будут новые, старые заменим на новые.